Привет! Вы на канале Слава Старт! Сегодня у нас битва Бейблейдов взрыв! Чего-чего там? Бейблейдов чего, сынок? Взрыв. Так а что ты молчишь? Да-да, привет-привет, ребята! У нас сегодня очередная битва крутая на приз от Такара Томми. Правильно, вот у нас осталось еще 4 Бейблейда. Мы их хотим разыграть. Вы готовы, ребята, их разыграть? Да! Мы сегодня будем разыгрывать их на арене от какой? От Такара Томми! На белой, да? Да! Давайте. Итак, ребята, у нас сегодня игра... Здесь я хозяин на арене. Ребята, у нас сегодня Такара Томми против Такара Томми. Хасбро против Хасбро. Вы согласны? Да. А на кону у нас сегодня... Никто. Два крутых волчка от Такара Томми. Но есть одно условие. Проигравший, может быть, отдаст свой волчок, если победитель вдруг захочет его волчок себе забрать. После того, как вы распечатаете. Согласны или нет? Да. Давайте, ребят. Итак, кто будет первым выбирать бойца? Флай! Никита, Флай! Давайте как-то решим это. То ты и не будет или будет, да. Давайте на языке. Юзефа, 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 Юзефа. Итак, кто выбирает? Я. Слава, я выбирай. Выбирай, кого ты берешь выбираю на первый бой. Ты берешь Эвипера, своего любимого бойца, да? Итак, на арене у нас Эвипера. Эхдриана. У нас крутой сейчас будет бой. Итак, ребята, на арене Эвипера против Эхдриана Е2. 3, 2, 1, пуст! Пуст! Сдвигается арена. Это моего Эхдриана на этой арене. Чего не нравится? Смотри, уже нравится. А не она. Так, нравится ему или не нравится? Ему нравится, выиграл. Эхдриан выиграл. И у нас счет уже 1-0. Никита у нас выигрывает. 1-0 ты выигрываешь. Молодец. Никита берет супер Такара Томми серии Супер Зет, Зет Ахиллеса. Слава, против Зет Ахиллеса кого ты берешь, сынок? Волтрек 4! Хорошо, давай, поехали. Итак, посмотрим. Итак, на арене Валькирия против Зет Ахиллеса. 3, 2, 1, пуск! Да, ты на чуть-чуть, сынок, на чуть-чуть проиграл. И счет уже у нас 2-0. Молодец, Никита, у нас побеждает уже во втором раунде подряд. Слава берет Эхдриана. Я предпочитаю, предпочитаю, предпочитаю. Ну, я возьму Роктавора. Никита берет Роктавора. Итак, на арене Эхдриан против Роктавора R2 Blue. 3, 2, 1. Пуск! Ну, не успел бы. Ну, ничего не видно. Эхдриан атакует Роктавора. Роктавор атакует Эхдриана. Эхдриан наклоняется. Роктавор. Ну,
тут все-таки Рактовор. Да, Рактовор. Рактовор победил, да. Тут видно, победил Рактовор. Я, Никита, тебя поздравляю. И это счет 3-0. Следующий раунд, ребята. Никита, ты выбираешь. Ну, Славик, у тебя нету сильных слайдов. Ну, я почитаю, почитаю. Он причитает. Предпочитает. Ты берешь Валькирию. Нет. Ты не берешь Валькирию. Я не беру Валькирию. Я возьму Валькирию. Ты берешь Спрайзен Реквием. Слава, Никита взял Спрайзен Реквием. Кого же возьмешь ты против Спрайзен Реквиема? Ты берешь Императора Фарнеуса? Ну, мы посмотрим. Интересный бой. Мы никогда не видели, какой же будет бой между ними. Итак, на арене Император Фарнеус против Спрайзена Реквием. 3, 2, 1. Как-то не так интересно, а? Да, Слава, я поздравляю тебя, молодец. И это счет. Ничего себе, мы нашли для него подходящего бойца, который может победить Реквиема. Да, ребята, а? Класс, сынок, ты доволен? И это у нас счет 3-1, Никита, пока ты выиграешь. Сынок, молодец, я поздравляю тебя. Сынок, я не думал, что Император Фарнеус сейчас победит Спрайзена Реквием. Никитос, а ты и думал? Потому что ты говорил, что типа никто его не может победить. Да, я же говорил, что это может. Может, да? Да. О, Слава взял Рактовора R4. А, это R3 у нас. Ой, Рактовор. Сказали. Слава взял Рактовор R3, а Никита взял Black... Кого? Никита взял Волтроека V3. Итак, ребята, у нас сейчас будет крутой поединок, супербой на арене Рактовор R3 против Волтроека V3 Green. 3, 2, 1. Ух ты, как классно, а? Ой, был на классе. Да, и чуть-чуть мог и свалиться. Я бы выиграл. Я уже работал. Вот это интересный бой, ребята. Ух ты, как кто там сейчас победит, а? Да шо ж... Болтрека. Смотри, Болтрек уже наклоняется. Он решил... Болтрек, ты меня сейчас подведешь. Откуда ты знаешь, что он тебя сейчас подведет? Да, Слава, я поздравляю. Молодец, ты еще в одном раунде побеждаешь. И счет у нас уже 3-2, Никитос. Слава тебя догоняет. Ты сейчас выбираешь, Никитос. Так я сбрал. Нет, Никитос, ты выбираешь. Давай, Никитка. Давай, Никитосик, давай. Давай, выбирай, Никитка. Он поет. Никита берет. Ничего себе, кровавого Луинера. Слава, кого же ты возьмешь против кровавого Луинера? Слава берет кровавого Луинера. Итак, на арене кровавый Луинер против кровавого Луинера. Ничья. Ничья, вот он. Ребята, ставим. Ставите. Молодцы. Слава берет Думсайзера D2. Посмотрим. Итак, Никита против Думсайзера D2. Кого берешь? Я? Минобороса, понятное дело. Минобороса берет. Итак, на арене Думсайзер D2 против Миноборос. 3, 2, 1. Пусть!
как они здесь круто играют, да? Ну когда же будет первое столкновение? Ой, не дай. Они как это, да, так вроде летят. Ну, такой звук. Слава, я поздравляю. Молодец. И это уже счет 3-3, Никита. Слава тебя догоняет, ты представляешь, догнал уже. Догнал, ты правильно все говоришь, сынок. Ты уже Никиту догнал. Счет у нас уже 3-3, вот это крутая у нас игра, а? Никитос, теперь ты выбираешь, кого ты берешь? Слава, молодец. Давайте. Славик, ты одно не додумал. Итак, Никита взял Волтроека. Слава, вот этого решил все-таки взять. Итак, на арене Зиг Экскалиус против Валькирии. 3, 2, 1, пуск! Слава, я поздравляю тебя! Ничего себе, Никитос! И это счет уже 4-3. Слава перегнал и уже ведет в этой битве супер. Никитос, как так получается? А 3-0 Слава проигрывал и уже ведет 4-3. Сынок, выбирай, кого ты берешь. Слава взял! Ничего себе, кого он взял? Фафнира Эфри. Давайте, кого же берет против Фафнира Никита? Слава не додумал. Я беру. Никита берет Гаруду. Итак, посмотрим, может ты победишь, давай. Все-таки Никита решил вытянуть своего Джокера. Итак, на арене Джокер. Фифнир. Итак, на арене Фафнир F3 против Гаруды G3. 3, 2, 1, пуск! Да, это будет интересно. Мне так будет 7 человек. Ты переживаешь, малыш, не переживай. Я тоже переживаю. Не переживайте, ребят, не переживайте. Итак, Фафнир или Гаруда? Тут Гаруда должна победить, по идее. Да. Да, здесь победила Гаруда. И счет у нас уже 4-4, ребята, ничего себе. Вот это крутецкий бой, а? Кого же возьмет Никитос? Класс! Вот это, ребята, финал! Вы достойны, ребята, финала Beyblade Burst! Вы представляете это? Ребята, вы молодцы! Вот это вы круто стали играть! Давайте, Никитос, кого ты берешь? Давай, Никитос, кого ты выбираешь? Никита все-таки решил взять Джинниуса! Слава, кого ты берешь против Джинниуса? Ты берешь Волтроека V3. Вот это, ребятки, у нас финал. Никитка, что у тебя? Ноги трусят тут. Да не переживайте, пацаны. Итак, ребята, суперфинал. На арене Волтроек V3 Blue против Джинниуса 3. 3, 2, 1. Пуск! Это крутецкая битва сейчас. Я мог Никиту разбить. Сейчас посмотрим, разобьешь, победишь. Нет, так нет. Пожалуйста, Волтрек, это ты моя надежда. Да не, уже, сыночек, ты тут немножко не это. Нет! Волтрек, давай! Нет, тут победил Джинниус, сынок. Итак, Никита у нас выбирает первый, сынок, да. Тут победил Джинниус. Почему ты решил взять Волтроека, сынок? Вон у тебя подожди. Когнайт. Почему ты не взял Когнайта? Почему ты не взял Экскалибур? Ничего страшного. Почему ты не взял вот этого? Легенда. Да. Не, ничего страшного. Если бы ты его подпустил бы под это. Итак, Никитос, ладно, все, перестаньте. Никитка, давай, выбирай, кого ты берешь. Самого нижнего. Хорошо, Слава, кого ты выбираешь?
А этот бой ребята увидят вечером у нас. Итак, Слава и Никита определились со своими волчками. Мы сейчас скажем ребятам пока-пока в этом видео. И после этого снимем еще одно видео, которое ребята увидят вечером. И увидят супер бой между волчками, которые вы выбрали. Наугад получается. Давайте скажем нашим подписчикам пару классных слов. Ребята, на видео ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. С вами был Слава и Никита. Всем пока-пока, до новых встреч!